То есть на коррупции все устроено. Все ректора там назначаются не коллегиями этих вузов, а назначаются Кадыровым. То есть тот, у кого с Кадыровым там хорошие отношения, кто ему заносит там побольше, тот и становится ректором. Соответственно, этот ректор, и это касается и здравоохранения, то есть главврачи то же самое. Тысяч рублей, по-моему, врачу, вот так вот ему на лапу давал деньги, а вот здесь вот на стене в коридоре висела бумажка такая А4 приклеена, и было написано: если у вас вымогают взятку, звоните на телефон доверия здравоохранения Чеченской Республики и номер. Вот так вот перед этой я давал ему деньги за операцию, в которой, кстати, умер мой двоюродный брат. То есть этот врач делал операцию моему брату, и в результате этой операции мой брат даже не выжил. То есть он прямо на операционном столе умер. Вопрос к тем, кто говорит, 1300 мечетей у нас построено. А кто-нибудь считал, сколько у нас школ, колледжей, техникумов и сколько построено или только мечети считает? Вот по поводу этих мечетей. У меня, кстати, есть на моем основном канале материал. Называется «Развеивание мифа. Великий строитель мечетей». Там я как раз привожу эту статистику. Дело в том, что они ими не построены. На самом деле они чисто вот то, что кадыровская власть построила мечети. Их гораздо меньше, чем те, что у нас и так были. Они что сделали? Вот у нас и так было после развала Советского Союза. Наш народ очень быстро там бывшие мечети, во-первых, восстановил. То есть, допустим, мечеть, очень старая мечеть в Новых Атагах, которая при советской власти была переделана под склад. Как только Советский Союз рухнул, ее обратно вернули, склад убрали, сделали из нее мечеть. То есть мы старые мечети восстановили, новые очень быстро построили. Это делала не власть, а это делали люди. Сельчане, там люди, какие-то богатые люди это спонсировали. Очень-очень быстро было построено много мечетей во всей республике. Во время войны какие-то из них были там повреждены или разрушены, но большинство, конечно же, этих мечетей тоже сохранилось. И вот что делает кадыровская власть? Они берут общее количество всех мечетей и говорят: вот это вот мы построили. Типа пытаются это себе в заслугу это вменить. Но на самом деле большинство из всех этих мечетей построено при ненавистной ими Ичкерии. Это как раз период нашей свободы. Все эти мечети были построены. Хотя, еще раз подчеркиваю, это не делалось за счет государственного бюджета. Это делали сами люди. Но они вот какие-то разрушенные, допустим, поврежденные мечети, они их там восстановили, какие-то реконструировали, переделали, построили какую-то часть действительно новых мечетей, реально красивых, безусловно. И после этого все это пытаются выдать: вот при нас 1300 мечетей. На самом деле нет. При них реально построено какое-то количество мечетей, какое-то там восстановлено, но большинство из этих мечетей это все-таки абсолютно не кадыровская заслуга. Ну а вопрос, который ты поставил по поводу школ, там колледжей, они какое-то количество медресе они сделали, то есть школы хафизов, там они тоже любят очень этими вещами гордиться. И на самом деле это неплохо. То, что медресе, важно не важно то, чему там учат. Вот что важно. Если там будут учить каким-то заблуждением, то какая польза этой умме от подобных школ хафизов там, или медресе? Самое важное здесь, какую науку, то есть какие знания получают там дети. Некоторые говорят: ну они же просто там Коран заучивают. Но не бывает так, что тебе просто так дают Коран. Как вот не бывает финансирования без какой-то идеологии. Такого тоже никогда не бывает. Это тоже такое, знаете. Может, в каких-то отдельных случаях там редких будет, то есть там разово что-то такое. Но если кого-то ставят на поток, его финансируют, допустим, то обязательно с этим финансированием идет какая-то идеология. И другое дело, что принимается эта идеология, или там люди ухищряются каким-то образом, но, безусловно, что-то такое всегда идет. Вот то же самое и здесь, когда тебя учат Корану, по-любому вместе с этим существует какая-то религиозная повестка, то есть какие-то знания в любом случае этим детям дают. И здесь вот в чем главный вопрос.
А что касается каких-то других учебных высших заведений, ну, тут и говорить ни о чем не приходится. Образование в республике на очень плохом, низком уровне. Не потому, что у нас нет там грамотных людей, а потому, что все устроено на системе взятничества. Взяточничества. Сейчас Хамбиев опять будет недоволен моим русским. То есть на коррупции все устроено. Все ректора там назначаются не коллегиями этих вузов, а назначаются Кадыровым. То есть тот, у кого с Кадыровым там хорошие отношения, кто ему заносит там побольше, тот и становится ректором. Соответственно, этот ректор, и это касается и здравоохранения, то есть главврачи то же самое. И вот потом эти главврачи, эти ректора, они устраивают такую же систему поборов в этих своих учреждениях. И выстраивается вот эта вот иерархия, когда должны собирать с пациентов там, или с учащихся, со студентов, а чтобы те закрывали сессии или больные, чтобы могли там иметь доступ к элементарным каким-то вещам, типа, знаете, вот мониторинга, система мониторинга, там, здоровье, дыхание, сердцебиение и так далее, чтобы тебя к ней подключили, заплатить деньги. Вот такая тут система устроена. То есть вот эти вот пациенты, студенты платят, значит, врачам, учителям, те платят наверх, там в итоге это все к главврачу, к ректору, тот заносит к Кадырову. Поэтому из-за этого вся эта система так устроена, не потому что нет грамотных людей. Если саму систему сделать правильно, если дать возможность этим вузам, этим больницам существовать самим, то есть выбирать для себя руководителей, чтобы они сами там, достойного из себя выбирали, ставили, убрать, искоренить, наоборот, пресекать любую коррупцию, то, конечно же, у нас была бы хорошая система образования, были бы грамотные люди, был бы реальный какой-то карьерный рост, лифт там, социальный. Но ничего этого не может быть вот в такой системе. Когда ты приходишь в больницу, чтобы прооперировать там своего родственника, и тебе, это я сейчас по своему опыту говорю, не понаслышке, кто-то мне сказал, я приехал в больницу, положил свою тетю, да помилует ее Аллах, ее уже нет в живых, ей удаляли желчный пузырь. Мы ее положили в больницу, а ко мне вышел врач и сказал, нужен кислород. Что я сказал, что я должен сделать? Ты должен взять баллон, поехать, значит, на заправочную станцию кислородную, ну как станцию, это какой-то частный дом на перекрестке Богдана Хмельницкого и Первомайской. Богдана Хмельницкого и Маяковской, прошу прощения. Вот туда, значит, должен поехать, там отдаешь этот баллон пустой, они тебе дают заправленный баллон с кислородом. Привозишь его в больницу. Я поехал, так и сделал. И вот так была прооперирована моя тетя. И, разумеется, ты это делаешь за свой счет. Ну, полный абсурд. Ты приходишь, кладешь там в больницу своего родственника, тебе говорят, так, принеси, значит, две наволочки на подушку, две простыни, два пододеяльника, и вот тебе еще список, значит, лекарств вместе с системами для капельниц, там все, что тебе нужно. И вот тебе еще аптека, если ты в этой аптеке это все купишь, то тебе еще будет какая-то скидка. То есть у них, понимаете, уже система взаимозачета у них там налажена. То есть эти рекомендуют, направляют в конкретную аптеку, потом эта аптека им, значит, какие-то там откаты дает. Вот в такой системе живет сегодня республика. И это я еще раз повторяю, не кто-то шепнул, это я лично давал деньги, 15 тысяч рублей, по-моему, врачу, вот так вот ему на лапу давал деньги, а вот здесь вот на стене в коридоре висела, бумажка такая А4 приклеена, и было написано, если у вас вымогают взятку, звоните на телефон доверия здравоохранения Чеченской Республики и номер. Вот так вот перед этой я давал ему деньги за операцию, в которой, кстати, умер мой двоюродный брат, то есть он... Этот врач делал операцию моему брату, и в результате этой операции мой брат даже не выжил, то есть он прямо на операционном столе умер. То есть операция не сработала даже, понимаете, а я ему все равно заплатил деньги. Вот в таком режиме сегодня живет вся республика.
سأمحو رجس الصيون انتظريني انتظريني يا قدساه انتظريني سأزيل سدودا